фельдфебеля, принимавшего участие в боях в этом районе. Пограничники сопротивлялись до последнего. Нигде никогда мы не видели такой стойкости, такого воинского упорства. Они предпочитали смерть возможности отхода. Советского пограничника можно было захватить только при двух условиях. Когда он был уже мертв, либо его ранило, и он находился в тяжелом, бессознательном состоянии. Младший политрук 105-го погранотряда Михаил Баранов в ходе боя был ранен в обе ноги. Обнаружили потерявшего сознание пограничника фашисты. В отмщение за оказанное сопротивление гитлеровцы облили политрука бензином и сожгли заживо. Беременная жена политрука Нина Минеева с малолетней дочерью попали в концлагерь Димитравос в нескольких километрах от Кретинги. Там же в сентябре 1941 года родилась младшая дочь политрука. В начале 1944 года вместе с дочерьми угнана в Германию в трудовой лагерь в городе Швибус. Освобождена в апреле 1945 года. Сегодня дочери проживают в Новокузнецке, Кемеровской области. На сцене Борис Дёбин. Мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным-черным у нее, черным будто обгоревшее смолье. Прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли. Поклонились маме в пояс и ушли. Довелось бою почуять молодым. Рыжий бешеный огонь и черный дым. Злую зелень застоявшихся полей. Злую зелень застоявшихся полей. Злую зелень застоявшихся полей. Серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не клела на судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг. Повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились всего. Золотистых орденов не сосчитать. За столом сидят рядком, к плечу плечом. Руки целы, ноги целы. Что еще?